Орел спел «Катюшу» на всю страну, буквально. Только прозвучит она на всю Россию позже, когда песню подхватят в других регионах. Вокзал, зал ожидания, студенты, школьники, ветераны СВО и их родные. Еще Орловский комитет семей воинов Отечества. Ему и принадлежит идея исполнить один из неофициальных гимнов, да так, чтобы этот флешмоб стал эстафетой, подхваченной по городам и весям. И чтобы песню пели, в том числе случайные свидетели этой теперь уже всероссийской акции. Главная цель еще и так – поддержать участников спецоперации. Акция под названием «Поддержи героя песней». Мы решили запустить эту акцию по всей России. И первым стартует город Орел. И мы передаем свою эстафету Сахалинской области.